Глава Химок Дмитрий Волошин провел встречу с настоятелями храмов, поблагодарил духовенство за посещение госпиталей для больных COVID-19 во время пандемии, а также за плодотворный труд на благо городского округа Химки. Спасибо большое, что мы смогли сегодня увидеться, собраться и выпить вместе чай, поговорить о всем, что у нас происходит в округе. Периодически эти встречи проводим. Центральной темой встречи стало решение коммунальных проблем химкинских храмов, а также вопрос газификации. Сейчас мы знаем, что губернаторская программа в этом году запущена по газификации жилья. Ну и в том числе вот есть возможность включить храмы в этот проект. О чем говорил Дмитрий Владимирович и благочинный отец Артемий. Нуждающиеся храмы, с Божьей помощью, если даст Бог, будут по этой программе газифицированы. В Химкинском церковном округе 12 действующих храмов и 2 на этапе строительства.